Программы телерадиокомпании «Югра» покажут в эфире общественного телевидения России. С 29 ноября на ОТР начнется трансляция контента общедоступных телеканалов субъектов страны, то есть каналов 21 кнопки. Увидеть наши программы можно будет в определенное время – с 7 до 9 утра и с 5 до 6 часов вечера. Отмечу, что вечерний региональный блок начнется со свежего выпуска наших новостей. И сейчас вниманию зрителей. В ночь с 14 на 15 ноября в Югре будут проводить технические работы. Перенастроят оборудование цифрового эфирного телевидения. Это повлечет за собой кратковременные перерывы в трансляции программ первого мультиплекса. Также изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых приставок или телевизоров. В этом случае жителям рекомендуют перенастроить каналы на своем приемном оборудовании, то есть запустить функцию автопоиска. В любом случае, всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии или на сайте.